Горная сосна, лиственница. Ох, сколько на ней шишек красивых уже. Ой, вот такая высоченная, красивенная. Ну, рядышком идет клен. У него листики резные, узкие. Это тоже привезла его 10 лет назад. Высадила здесь вот, на этом уголочке газона. Вот так внизу вписывается здесь горная сосна. Здесь шапочная жимолость. Она зацветает, и в нее ягодки получаются еще. Вот высадила сюда даже турецкую гвоздику у меня. Это идут хризантемы, сибирские ирисы, пихта. Вот июнь месяц. Маркиза вышла бабушке на прогулку. Вот синие ромашки. Вот такой вот газончик. Бегают спортсмены у нас по улице. Вот такие голубые ромашечки. Красивые. Я их высадила. Вот уже целый ряд у меня. Видите, ирисы отцветают. Зацветает турецкая гвоздика. Потом идет ромашка. Потом будут хризантемы. И так целое лето здесь цветущий газончик. Ирисы отцвели там. И было много ирисов. А, еще солнцесвет не раскрылся. Вот. Гайлардия. Вокруг елочки коники. Плакучая шелковица. Много-много ягод уже на ней. Вот такой у нас палисадничек. Перед домом. О, помощница моя. Маркизка, она далеко от меня не выходит. Вот еще голубая ель. Высокая уже стала. Но она не очень молоденькая. Лет 6, наверное. В этом году сильно большие переросты дала. Я ее даже подрезала. Потому что она уже нападает на можжевельник. Смотрите, какие лапы большие, даже на можжевельник достала. А вот красота, кто у нас? Голден Георг, смотрите, золотая девочка. О, или Голден Принцесс. В общем, какая-то золотая спирея. Вот ее. Цветение началось. Ух, красота. Смотрите, как смотрится. Ну, и рядышком магония подуболистная. Уже с ягодками стоит. Такой маленький. Я вам делаю маленькое видео. Вот можжевельник какой у меня красивенный. Это я стала очень рано. Так, чтобы снять видео, пока не очень жарко. Вот такой можжевельник красивенный, голубенький, ну колючий, тоже стригу. Вон такая голубая ель, вот такая пихта там. Вот такой газончик, ребята, сделанный моими ручками. О. Видите, все, кроме этих дорожек, все остальное сделано моими ручками. Заходите в гости. Приглашаю вас в свой сад. До свидания вам. Хорошего дня вам.